Что свет падает? Да. Ты тут будто бы, я не знаю, бухала всю ночь, не шампанское, блядь, с пивом, блядь. Маша, а текилу с водкой? А текилу вот этот вот... Текилу бу? Да. Моя тема. Не тупая? Блин, я не... Давайте музыку включим, чем мы... Да, да, Антон, что мы как эти бедные родственники, блядь, сидим? Не тупая. Блин, ну честно... Кстати, я не понял этого прикола. Что? Значит... Я чё? Не понял. А, а почему это он вот так делает? Тёлки делают все губы, и пошел тренд типа на губах изначально, типа, что-то там, блядь, не тупая, а вторые тёлки начали говорить, такие, сделали, типа, зубы вместо губ. И такие, не тупая. А зачем вот этот губ? Я, ну, блядь, это тренд, блядь, все это снимают всякую эту. Артём, а что значит будет чем ты знаешь? Слушай, 5 секунд, и забирайте сундучок, там... 100 монеток. На всё, одного смотри, человека. На одного человека? Вы что, гоните? Кто? Вот это вы, конечно, я да. Я тебя видела в комментах. Было видно тебя в комментах? Я говорила, что на тебя подписывались. Я здесь. Ребятки, все подписались на зрителя сундучка, на Артёма. Подписывайтесь на пиздец. Он так записан. О, блядь. Он так записан, пиздец. Девушку. Она ведет прямой эфир. Не красный язык. Ебать там подарков. Просто. Просто. Каждый эфир. Пиздец. Ребятки, вы подписались, вы забрали сундучок? Все... Кто забрал? Блин, один человек один забрал. Один человек забрал, хоть бы признались, блядь. Слушай, тебе там, кстати, пишут. Я знаю. Это моя кума. Подписывайтесь на мою куму. Ребятки. Да. Я не заховался. Артём, это моя кума. Я музыку ищу. Свободная женщина. Свободная женщина, кстати. Кому надо, забирайся. Бля, вот вы все такие крысы. Не тупая! Не тупая! Не тупая! Не тупая, блядь. Не, шутки шутками, конечно. Да, да, шутки шутками. Ну, это уже не шутка. Ну, конечно. Почему? Мы встретились в маршрутке, блядь. Днепр, где на связи? Я вообще не вижу. Где Анастасия моя? Слушай, она не любит. Мой постоянный зритель. Она не любит меня, она любит тебя, бой. Она мне сказала, она же мне сказала, да нахуй ты нужна, я поеду к Насте, ебать. Правильно, я пусть охуел. Ко мне едет. Я охуел. Пусть ко мне я едет. Я же сказал, беги. Нихуя себе ты сказала, хату снимай. Блин, ну хату снимать нихуя так, себе. Короче, давайте я Артёма позовём к нам на эфир.